Да, пожалуйста. Если мы говорим, что процесс искушения — это не грех, пока сам грех не совершен, то как нам понимать заповедь «не пожелай»? Что ж, как мне кажется, ответ на этот вопрос можно найти на странице 66 ваших конспектов, где поднимается такой вопрос, в какой же момент рождается грех? Иаков пишет, что в какой-то момент это происходит. Но что касается некоторых грехов, таких как вожделение и, скажем, зависти, потому что зависть и вожделение находятся рядом. Что касается этих грехов, то не такая уж и большая пропасть между началом искушения и фактическим грехом. Я думаю, все из нас на личном опыте могут засвидетельствовать о том, что представляется, что как только я заметил, что я искушаем, я уже согрешил. И то, о чем пишет нам Иаков в 1 главе с 13 по 15 стихи, представляет собой, если хотите, анализ различных составляющих процесса искушения. По мере того, как этот процесс развивается от начала до согрешения. Но я думаю, что Иаков прекрасно понимает, и также и мы понимаем с вами, что порой бывает так, что все эти составляющие проходят очень быстро. И если основываться на нашем опыте, то он таков, что бывают такие искушения, что нам очень сложно сказать, что вот в какой-то момент времени искушение началось, я начал быть искушаемым, и вот в такой-то момент времени я согрешил, когда это искушение привело к фактическому прегрешению. Мы совершаем очень много грехов так быстро, что даже не замечаем, не отмечаем при себя, что началось искушение. Но порой действительно процесс искушения занимает какое-то время. И я думаю, что, зная, что говорит здесь Иаков, могут быть такие времена, когда посреди искушения, если мы знаем, о чем пишет Иаков, мы должны напомнить себе, что должны противостоять этому искушению, в надежде, что мы сможем остаться праведными, обращаясь к Господу за помощью. Что ж, давайте вернемся к вопросу, который был задан, и его можно перефразировать таким образом: в какой же момент рождается грех? И здесь я сказал бы следующее. Конечно, мы должны понимать, что есть искушения, относительно которых трудно сказать, в какой же момент человек стал осознавать, что он искушаем, и в какой момент родился грех. И мне представляется, что наилучший путь к пониманию того, какие вообще есть варианты на этот счет, заключается в том, чтобы попытаться составить диаграмму намерения и действия, и затем задать вопрос, в какой же момент на протяжении этого процесса, по вашему мнению, родился грех? И давайте предположим, на основании того, что пишет Иаков, что все начинается с похоти, с желания. И на основании этого желания появляется некий замысел в разуме человека, чтобы сделать что-то или получить что-то, или даже, может быть, несколько разных замыслов получения желаемого. Но на этом этапе еще не принято решение, по какому же пути следовать, чтобы получить желаемое, и следовать ли вообще. Поэтому следующий шаг заключается в том, что мы решаем что-то сделать или что-то иметь. И имеется в виду некое греховное действие.
Но на этом процесс не заканчивается, потому что далее это все должно перерасти в публичное действие. Да, мы понимаем, что есть некоторые грехи, которые совершаются в мыслях, но также есть и другие грехи, которые выражаются в определенных действиях, видимых окружающими. Ну хорошо. Далее следует ответить вот на какой вопрос. Если вот таким образом можно грубо представить намерение и действие, и давайте добавим, что это намеренное греховное действие, то в какой момент в этом процессе рождается грех? Я думаю, совершенно ясно, что не на этом этапе, на этапе желаний. Если основываться на том, что мы прочитали в первой главе послания Иакова, если у нас просто появляется желание, но мы не идем дальше, чтобы получить то, что мы желаем, это еще не то, о чем далее пишет Иаков. То есть, скорее всего, грех рождается после этого. Некоторые люди считают, что, скорее всего, здесь, утверждая, что до тех пор, пока не совершится действие, греховное действие, проявленное в физическом мире, вот до тех пор греха еще нет. Но я думаю, можно видеть, что не всегда так происходит. Во всяком случае, это может означать, что невозможно совершить грех в мыслях, если то, о чем вы думаете, никогда не проявляется на людях. И мы помним то, что сказал по этому поводу Иисус Христос. «Похоть в сердце». Даже если эта похоть не перерастает в действие, видимое окружающим, уже сама эта похоть греховна. Поэтому, скорее всего, грех рождается ранее. Есть еще одна причина, почему я так считаю. Вот скажем, что это означает, если человек совершенно парализован? Если грех совершается только каким-то действием, движением тела. Если человек не способен двигаться, если он парализован, то он не может совершить никакого греха. Я думаю, никто из нас с этим не согласится. Поэтому представляется, что грех рождается где-то между этим моментом и этим моментом. И если вы помните, то вот на этом этапе мы лишь только размышляем о возможном пути получения того, что мы желаем, или к чему стремимся сделать или иметь. Мы еще не начали воплощать какой-то конкретный замысел в реальность. Мы лишь размышляем об этом. Что ж, хорошо. Вот будучи искушаемыми, разве мы не размышляем о том, что нас искушает? И очевидно, что на основании того, что пишет Иаков, можно заключить, что возможно размышлять о каком-то греховном поступке, не совершая этот греховный поступок. И в какой-то момент грех рождается. И я бы предположил, что наиболее вероятный момент рождения греха — это здесь. Когда мы решаем сделать что-то, если это в наших силах. И это означает, к примеру, что если кто-то заключен в тюрьму, то он может быть все еще виновен в убийстве кого-то, кто находится вне стен тюрьмы. Даже в том случае, если человек никогда не сможет воплотить свой план в реальность. Потому что человек достигает такого момента, когда он решает сделать это, если он в силах это сделать.
И вот если вернуться, Крис, к вашему вопросу, когда мы говорим о зависти или вожделении, переход от этого этапа вот к этому этапу происходит за считанные мгновения. Поэтому во многих случаях, когда речь идет о вожделении или зависти, происходит так, что к тому моменту, когда вы начинаете понимать, что вы завидуете или желаете чего-то греховного, вы уже переступили черту и совершили грех, потому что вы дошли до такого момента, когда уже приняли решение иметь что-то или сделать что-то, если это в ваших силах. Очевидно, это всего лишь попытка проанализировать разные этапы процесса искушения. И мы понимаем, что эти этапы порой сливаются, и очень сложно их разграничить. И поэтому очень важно то, что написал Иаков в своем послании. Потому что иначе, скорее всего, мы бы пришли к заключению, что искушение само по себе является греховным, что мы грешим, когда искушаемы. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, а сейчас я хотел бы остановиться и позволить вам задать вопросы, и затем мы пойдем дальше. Как бы вы изобразили тогда в виде схемы мыслительный процесс Иисуса Христа? Я полагаю, что в случае Христа этот процесс никогда не переходит вот этой черты. И даже в случае Христа, быть может, и нет и этого этапа. Другими словами, да, он испытывал, имел желание, скажем, миновать крест. И кто знает, быть может, он размышлял о возможности спасти мир без крестных страданий. Но очевидно, что он не проводил за размышлением об этом много времени. И уж точно никогда не доходил до момента, когда он решал воплотить этот замысел в действие. Потому что мы читаем его слова, он молится: «Не моя воля будет, но твоя». Что означает, что несмотря на то, что он хотел бы избавиться от крестных страданий, быть может, он даже размышлял, как это можно сделать, он никогда в своих мыслях не переступал черты и не доходил до этого этапа. То есть его божественность останавливала его, чтобы переступить через черту? Да, я думаю, именно так. Вот посмотрите, где бы на ваш взгляд ни рождался грех в процессе искушения, необходимо сказать, что божественность Христа не позволила бы человеческой природе Христа переступить черту. Здесь мы просто обозначили некоторые этапы процесса искушения. И при этом это не противоречит тому, что мы говорили ранее. Здесь мы просто рассматриваем этот процесс более подробно, говорим о том, из чего состоит процесс искушения. И понятно, что то, что мы здесь нарисовали, это не исчерпывающий перечень составляющих процесса искушения. Мы здесь просто обозначили основные моменты. Хороший вопрос. Пожалуйста, есть еще вопросы? Хорошо, тогда давайте пойдем дальше и поговорим с вами о природе греховного поступка. Но все-таки я призвал бы вас поразмышлять о том, что мы с вами говорили о природе искушения. Эту информацию мы должны принять близко к сердцу. Это относится к каждому из нас, так как каждый из нас сталкивается с искушениями в своей жизни. И также при возможности говорите об этом с другими людьми, тем, кому вы служите.
И не только молодым людям необходимо об этом знать, также и многим другим, тем христианам, которые были в вере уже много лет. И, быть может, они никогда ни с кем не говорили об этом, не обсуждали это так, как мы с вами на нашем занятии. Их восприятие искушения может быть схоже с восприятием молодыми людьми. Они могут думать, что искушение само по себе уже грех, и сопротивляться ему бесполезно. А раз искушение уже грех, то какой смысл пытаться выстоять? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.